Что вас интересует, молодые люди? Скажите, пожалуйста, уже Конституцию новую приняли. Наверное, вот не сегодня, завтра жизнь наладится. Вы как считаете? Ну, я не знаю, о какой вы Конституции говорите. Которая в 93-м году принята? Или которую сейчас выбросы сделали? Конечно, там я считаю, что 57% все-таки наших дураков проголосовали. Это на 100%, да? Ой, извините за население, извините за то, что обзываю. Но вот эти 60-летние, меня уже вообще за мой возраст не надо говорить. Они же вообще ни о чем не вдумываются. Лишь бы войны не было. Одно только, лишь бы не было. Я только одно слышу. Лишь бы не было войны. Да если мы не будем никуда влезть, ни на Украину, ни в Сирию, никуда, и нас никто трогать не будет. Ну правильно же. Чего мы лезем везде? А что у нас может поменяться? Если в Конституции опору делали по Первому каналу, я вообще там в интернете всегда сижу на вашем там, вчера посмотрела последние новости. Это я понимаю, но я там иногда включаю, думаю, посмотреть же, что ж там говорят. Ну что? Что было? Вы же сами знаете, старших уважать, да? А этого не было у нас? А мы не должны уважать старших без Конституции? Образование. А мы не должны образование бесплатное получать без Конституции? А мы не должны достойную пенсию получать без Конституции, без поправок вот этих хреновых? Ой, я не говорила.